Я не знаю, что говорил там глава государства украинского. Знаю только, что... А в конечном-то итоге это же их вина того, что происходит. Все сегодняшние власти в Киеве источником своего происхождения имеют государственный переворот. Это источник сегодняшней власти на Украине. Первое. Второе. Допустив госпереворот, а западные спонсоры, способствуя ему, организуя ему, создали условия для перехода тлеющего конфликта в конфликт вооруженный. Это они в этом виноваты. Пытаются переложить с больной головы на здоровую и вину возложить на Россию за сегодняшние трагические события. Но это результат их политики. Что касается того, что происходит на Харьковском направлении, это тоже их вина. Потому что они обстреливали и продолжают, к сожалению, обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. Ну, там же гражданские люди гибнут. Все же очевидно. Стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, что если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону. Вот мы это и делаем. Что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет.